Итак, начнем наш выпуск с подарка для любителей туризма. С этого дня остров Кижи будет доступен для гостей круглый год. Сегодня официально завершилось строительство автодороги Великая Губа-Аятевщина в Медвежьегорском районе. Трасса протяженностью почти 40 километров станет частью сухопутного туристического маршрута к музею-заповеднику. Благодаря работе компании ПСК «Строитель» дорогу запустили на год раньше, чем планировалось. На ее открытии присутствовал глава Карелии Артур Парфенчиков. Конечно, эта дорога нужна и для развития музея Кижи, и, конечно, для развития нашего дорогого прекрасного Заонежья. Мы прекрасно осознаем и понимаем, что здесь сейчас формируется один из самых в перспективе, один из самых популярных туристических маршрутов. Отправной точкой на остров станет визит-центр, где гости и жители Карелии смогут приобрести билет стоимостью 1500 рублей. В эту сумму включен проезд в обе стороны, а также входной билет в музей под открытым небом. Зимой доставлять гостей на остров будут на воздушных подушках прямиком к Кижскому погосту. Скоро на территории визит-центра, который работает ежедневно, появится освещение и парковка. Мы очень рады тому, что вот у нас есть прекрасная возможность добраться гораздо проще до острова Кижи по замечательной дороге. И, конечно, очень радостно, что Кижи становится ближе. Ожидается, что в следующем году по новому направлению на Кижи отправится около 50 000 туристов.